Ефима Тусовского, строки. Да, всегда вот сужится приходить, прочитают и всегда вспомнить, что был такой известный человек, сузовский звонарь Юрий Вещерин. У нас тоже есть планы, я не знаю, когда они, надеюсь, что реализуются. Вот мы сегодня только обсуждали планы на следующий год с научными сотрудниками. Есть планы вот в этом году открыть под колокольней выставку колоколов. Да. И там, конечно... Мы на кладбище, приезжайте.